Сегодня мы едем к Ларисе Сергеевне, купили корм, есть бабушка малоимущая, пенсии не хватает. Купили курочку. А это 4 переноски. Сейчас мы сюда загрузим корм в переноски, а потом переносками придем к бабушке, выгрузим там корм, загрузим котиков, поедем на стерилизацию. Давай следующий, давай. А то мы так все не дотащим, очень много всего купили. Вот так мы в переносочки все упакуем, это еда бабушки. Вот в этой переносочке, а там котикам. И вот здесь еще. Он ждал, да, нас в холодильник. Что тараканы, девчонки, так тараканы здесь вообще общались. Так это понятно, если это общежитие. Пол вот там вот внизу, это старый дом, да? Полый. Представляете, полный. Там гулять. Колбаски. Да складывайте сразу. Они у меня с этой, девчонки. Филе и сердечко. Филе надо сразу, наверное, в морозилку. Ну что, я на вас молиться, пойду сейчас туда. Кто это мог сказать, если ко мне ни одна душа не ходит? Ну вот они все считают, что если у человека много кошек, значит антисанитария. Да. А мы сказали, что очень хорошая бабушка, не пьет и у нее очень чисто дома. Ну, вот. И правильно делаете, что никого не пускаете. Не надо мне дома. Ну. Это скоро ремонт мне сын делает. Какого котенка? Вот этого рыжего? Нет, хвостик, который вы. Вы сейчас знаете, мы сейчас. Вон хвостик. Он персиковый. Хорош. Он вот такой котенок. Да. И его, и его, и его папа. Белый, где он? Белого мы не видели вообще. Вы его не забрали? Персиковый. Ну так вот, вот два вы обоих забрали у меня персиковые. Да. Ну вот, сейчас мы их, короче, кастрируем и привозим. Поехали. Ой, хвостик. Он боится переноски, он так нормальный, но он шипит и не царапается. Мы хотели их взвешивать, но потом подумали, что сделать. Наверное, доктор взвешивает сам. Ну что, тогда оставляете? Да. Пока оставим. Хорошо. Да, хоть через сколько примерно забирать? Через сколько? Ну, смотрите, вообще, в принципе, можете через час забирать. Если у вас как-то по времени, без проблем у вас могут. Давайте, пусть у вас погодят. Мы возьмем с вас. Давайте. Маленький еще котенок, вот этот вот, по-моему. А, нет, пушистый более-менее рыжий. Он тот рыжий, по-моему, в зеленой переноске, аккуратный. Вот этот вроде нормальный. Он очень не кошарит. Ну что, он, чтобы не поцарапал вас. Выскочит с ним. Да. Мы все в моих руках работали. Другие в линию узнаем, как они. Спасибо большое. Все, как время будет, еще. Хорошо. Один криптор. Кто криптор? Вот этот криптор. А зачем нам показывать? Нет, то, что криптор всегда у нас не забрал, чтобы постоянно показать, и все. В принципе, сейчас у него защитная попоночка. Маленький, это по большей части красочка. Вот, шовчик маленький. Вот здесь вот чуть-чуть сделали. Все, показала, да, пожалуйста, двоичкой. А с тобой отправим, к сожалению. Думаю.
красиво, кошечка. Она вообще такая лоскучая, игривая. Ну а люди вот приходят, может, предложить им. Может, кому-то, тем более стилизованно. Так, значит, у нас тут идет апельсин, спит. Вон он, крапинчик ушки видно. Так, здесь у нас черненький Адольф, он был криптор. Это у нас принц. Да. А это у нас Цезарь. Главное всех не перепутать. Вот, 4 котика от бабушки. Ну, тут пока вот циферки стоят, мы потом себе журнальчик заведем, будем. Ну ничего, положим. Хотя бы, пускай лучше.